Самое оздоравливающее из развлечений – баня в новом гостиничном комплексе «Дилижанс». Так что же происходит в современных школах? Почему учебные заведения все чаще становятся местом криминальных разборок? И какие меры безопасности необходимо предпринять в школах? С этими вопросами Валентина Мордовина обратилась к жителям нашего города. И вот что ответили клинчане. В основном агрессивные я замечаю, что только тогда, когда у них обычно телефоны не всегда рубятся. Всегда. У кого нет телефонов, почти они более общительные, с ними приятно общаться. Я думаю, что охрана не очень поможет. В первую очередь дома надо внушать детям, что жизнь человека – это самое главное, что есть. И никто не имеет права претендовать и отнимать чужую жизнь. Старшеклассники, они очень нервные, потому что с этим ЕГЭ очень тяжело. Больше водить их на экскурсии куда-то, то есть заинтересовывать. Вот особенно маленькие, они вот это все впитывают. Охрана должна быть другая, это однозначно. Ну а какая должна быть охрана? Ну, не 50-летняя там женщина, которая ничего не сможет сделать, грубо говоря. То есть как-то уже, наверное, мужчина какой-то должен быть побольше. Если ребенку нужно самоутвердиться, потому что ему не хватает взрослого внимания, просто ребенок – это крик о помощи. Он пытается достучаться до родителей таким способом. Когда ему не получается быть хорошим, потому что его никто не научил, это тоже такой же крик о помощи, что «обратите на меня внимание».